надо сейчас в России, ну, как бы, основы для социализма, для социалистической политики, они очень мощные. Как бы это ни странно не казалось, может быть, но тем не менее. Нам нужно объединять не Ильмаров там с Семинами, не Терез там с Мухинами, Федями, там, я не знаю, не их. Нам надо объединять рабочее коммунистическое движение. И его надо объединять от Западной Украины до Владивостока, до Казахстана, до Риги, там, Вильнюса, Клайпеды там, и так далее, понимаете? База для этого есть. Если для этого надо там выдвинуть Грудинина, значит надо выдвигать, понимаете? Если для этого надо продаться и прикрывать это необходимость, то этого не надо делать, понимаете? Соответственно, что нужно? Нужно всячески продвигать единство рабочего класса, а не всяких Семенных и прочих. Понимаете? Вот этого надо добиваться. Его надо добиваться каналами, телеграммами, там, ну, то есть информационно, психологически, культурно, личностно, лидерски, финансово. И самое главное, объединять, ну, сам народ. Сам народ трудящихся, потому что народ, ну, как бы, мешают переезжать, мешают лечиться, мешают, ну, все мешают, лишают работы, лишают медицины и так далее. Ну, то есть, цены постоянно растут, то есть, это война идет, это реальная война против народа. Медицинская, политическая, психологическая, травли, провокационная, там, и так далее, ценовая. Вот. Но это же дает базу для объединения трудящихся. Вот этим люди, кто готов заниматься, то мы с вами, то есть все всесторонние. Кто этим не готов заниматься, либо собирается избраться куда-то в ад, идите в ад. Я вам советую быть там председателем Влада и Пера в аду. Понимаете, ну это образ, конечно, я в ад не верю, потому что по сравнению с тем, что создают там Горбачевы и их последователи в странах, ну, ад, как Куросава писал, вы хотите меня испугать адом, вот если бы мне пришло в аду, говорит, я вырос и жил, говорит, если вот если бы пришлось идти в рай, вот тогда бы я испугался. Рай и ад, смотрите, величайшего философа мира Акиры Куросавы.